спортивной школе «Юность» торжественно открыли новый сезон. Специально к этому дню воспитанники секции вольной борьбы, тхэквондо, дзюдо, волейбола и баскетбола подготовили показательные выступления. Уже стало доброй традицией открывать новый спортивный сезон и подводить итоги прошедшего в торжественной обстановке. Сегодня в одном строю представители самых разных видов спорта – волейбола, футбола, хоккея, тхэквондо, греко-римской борьбы, дзюдо и многих других. В свою очередь, тем спортсменам, которые добились определенных результатов в прошлом сезоне, были вручены очередные юношеские разряды. Спортивные победы детей – это их собственный труд, талант тренера и, конечно, воспитание родителей. Мамы и папы лучших из лучших были отмечены благодарственными письмами. Большое спасибо родительской общественности, родителям, те, кто сегодня здесь, те, кто дома, в душе болеют как за своих детей, так и вместе с педагогами воспитывают, вкладывают в своих детей все, что сами знают в этой жизни и все, что познают вместе со своими детьми. Спортивный сезон только начался, а это значит, что у юных спортсменов впереди огромное количество тренировок и самых разнообразных соревнований как местного, так и окружного уровня. Максим Швец, Кирилл Сементеев, программа «Время местное».